В зале представители администрации Сочи, депутаты городского собрания, архитекторы, бизнесмены, ученые, специалисты санаторно-курортного комплекса. Все они участники так называемой территориальной стратегической сессии. Цель – понять, что ждет Сочи в ближайшие 10-12 лет, в каком направлении город будет развиваться. В качестве приглашенных экспертов – члены Леонтьевского центра. Это организация, которая в том числе специализируется на социально-экономических исследованиях, уже разработала долгосрочные стратегии развития для Казани, Хабаровска, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Такую же стратегию развития до 2030 года должен получить и Сочи. Краснодарский край начал разрабатывать стратегию в конце прошлого года. И, безусловно, очень важно сверить часы с Сочи. Потому что Сочи – это один из ключевых полюсов роста не просто для Краснодарского края, а для Российской Федерации в целом. Мы договорились прорабатывать на развитие Сочи вот первично сегодня в 4 рабочих группах. Это, безусловно, санаторно-курортный туристский комплекс, это развитие человеческого капитала, проблемы пространственного развития и развития инфраструктуры и развитие предпринимательства и инновационной среды. Стратегия развития Сочи и края в целом, отмечают эксперты, не должна стать документом, который будет пылиться на полке. Она должна стать руководством к действию. Ну а стержнем стратегии станет житель Сочи с его проблемами и потребностями. Он найдет там себя, он найдет все то, что будет способствовать его безопасности, его здоровью, его благополучию, его комфорту, востребованности и востребованности его поколений. Потому что самая главная стратегия разрабатывается для конкретного жителя Сочи, который, прочитав этот документ, поймет, что будет в 30-м году ожидать его, его семью. Авторы стратегии, несмотря на то, что они эксперты со стороны, будут опираться исключительно на мнение местных специалистов. Ведь они, как никто другой, знают проблемы города и точки роста. Стратегия должна стать понятным и доступным для каждого жителя Сочи документом. Мнение местных экспертов Леонтьевский центр будет собирать весь ближайший год. После они будут систематизированы. И уже к 1 января 2019 года стратегия развития Сочи и Краснодарского края должна быть готова. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.